Ты же знаешь, что я тебя люблю. Ну, ну, сынулич. Да. Давай. Давай, я тебя целую. Сука. Алло. Алло, Мирон. Ну в чем дело, я не поняла. Что, что? Что, нельзя найти общий язык с ребенком, что ли? Ну и что, что он здоровый мужик? Он все равно еще ребенок. Я вообще не понимаю, что ты, что ты приколупался к нему? Объясни мне. Ну что он тебе плохого делает? Я понимаю, да, я понимаю. Она девочка! Так, послушай меня. И послушай меня внимательно, если ты еще раз его обидишь или заденешь, нахрен. Я просто соберу свои чемоданы и уйду, ты мне уже надоел, понял меня? Идиот. Андрей, мне иногда кажется, что ты рядом. Почему ты меня бросил? Матушка так похож на тебя. Я иногда на него смотрю, знаешь, мне страшно. Мне страшно, потому что я вижу тебя в нем. И люблю тебя еще больше. Там, где я живу, это просто ад. Понимаешь? Ад. Тебе нельзя было уходить. Ладно, глупости какие. Глупости все. Так, я же не сошла с ума. Нет, я не сошла с ума. Просто это были пробы. Меня зовут Яковлев Валерия, и я постаралась пожить персонажем и ее проблемами. Представила себе, как эта женщина живет со своим мужем и растит одного ребенка общего, одного своего, и как она любит свою первую любовь, Андрея, и как она по нему скучает, и как подросший сын стал на него похож. Мне 38 лет, закончила ГИТИС, мастерскую Алексея Владимировича Бородина. Удачи всем!